Я недоволен? Ну ничего лично. Чем недоволен? Вообще. То, что вы хуячите от себя, ну так я сегодня это все прекращаю. Я ликвидирую партийную организацию в Мариуполе. Кто вам давал право? Вы командная игра, блядь, это называете. Я, блядь, эту кланяюсь ему нахуй, чтобы мне... Ты найдешь деньги, блядь, хоть одного провести, хоть самого себя. Что ты творишь, блядь? Серый, можете закрывать эту шарню. Все. Сегодня официально я еду в юродел, и я уже сейчас буду звонить Луценко. Я ликвидирую здесь партийную ячейку. До формирования новой организации. Ты что, ёбнутый, блядь? Что ты творишь? Что ты от этого хочешь выиграть? Ты хочешь обосраться с тем? Это ты плюешь в колодец, который ты пьешь, блядь. Который ты должен был пить. Не-не, Женя, ты им вчера ничего не говорил об этом. Я тебе сказал, ты будешь сидеть рядом со мной в президиуме, блядь. Тебе этого мало, что вот этот бомон, который соберется, будет видеть тебя рядом с ним, блядь. Тебе вот это надо было, а ты сейчас берешь нахуй, срешь на него, блядь. Ты нахуй, вы, блядь, какие-то ебнутые, блядь. Я думал, хоть Валерка, а хоть ты ему, блядь, ума ставишь, хоть немного, блядь. Кого вы, блядь, слушаете? Хуй вас поймешь, блядь. Вас Женя, ну шансов выиграть, я тебе ноль здесь, вообще ноль. Ты мог пойти только освобожденным. За освобожденного ты сам знаешь, что происходит. Но! Он и шел, и он просил, блядь, когда у Артура сидели, нахуй. Он говорит, у меня с Сергеем Юрьевичем очень хорошие отношения. Мы хотим, чтобы он остался. Чтобы он возглавлял городскую организацию. И мы с ней пойдем дальше. Ты сказал, что я должен уйти. Ты же мне вчера это сказал. Я тебе сказал, что не принято решение. Мы сейчас будем. Единственное, будет в городе будет возглавлять. Однозначно, похуй, при любых раскладах. Будет возглавлять новый молодой человек. Это волонтер. Это может быть твой человек, это может быть его человек. Это левый человек. Я хочу убрать привязку вообще нахуй полностью от котовской команды, блядь. А ты идешь, ты начертываешь себе линию и идешь по ней. Я так тебе объяснил. Ты говоришь, меня топят говно. Я говорю, Сереж, для того, чтобы твоя значимость была увеличена, ты сегодня на встрече с кандидатами в кандидаты, ты будешь в первых лицах. Я тебе так сказал? Ты что сделал? Тебе это не надо. Ты, блядь, извини, я при чем? Что я, блядь, буду тебя, блядь, нянчить всю жизнь? Я тебя довел до определенного уровня. Я Артура убедил. Я сделал документы на тебя, блядь. Три раза их останавливали. Лубенец, блядь, косми ложился, чтобы тебя тут близко не было. Я из-за тебя с ними посрался, блядь. А ты начинаешь вести свою игру. Да какую свою, Женя? Не, вот это что сейчас было? Вы сейчас команду за борт выкинули нас и без круга, Женя. Ну... У тебя был твой, вы были, блядь, все у вас было, все полностью я дал вам. Вообще закрыл глаза и не говорю похуй. Останови нахуй вот эту пресс-конференцию, блядь. Понимаешь, я тебя останови, чтобы это не вышло в СМИ, блядь, сегодня нахуй. Останавливай срочно, я тебе говорю, блядь. Дойдет до Артура, что ты начинаешь кал баламутить, блядь. Всплывет СМС-ка, всплывет другое, блядь. Я, блядь, Серый, против вас, вы зря делаете. Играю, Женя. Я не играю против команды. А против кого ты играешь? Я ни Артура, ни тебя сюда не мешал. Я объясняю, сейчас принято решение. Я его привел. Я его привел. А так и что ты привел? Понимаешь? Я тебе не сказал, как это было. Куда тебя за борт? Я тебя вчера спросил, где я? Я не Мы сказали, что мы еще... Нет определенности, Сережа, нету. Когда будет отмашка от Ковальчука, все, блядь. Вот тогда я сяду, я приведу тебя к нему и скажу, знаешь что, Вася? Вот ты пришел ко мне через этого человека. Вот поэтому дуб будет добр, вот на этом округе, вот здесь сделай за него вот такой результат. Понимаешь или нет? Я тебе не так вчера сказал? Не так, конечно. А как, Валер? Даже не как. Ну как? Не так, Женя. Я объясняю, по нему не принято вообще никакого решения. Никакого, он никто и звать его никак. Останавливайся. Звони, это что, 0629 ваша, блядь? Так не только, Женя, 0629. Все, везде ваши. И что ж ты там сказал? А ну мне скажи. Я нихуя страшного не сказал. Ну вот мне интересно, что ты, ну вот что ты высказал? Я дай послушать. Да. Ну ничего страшного, я не вижу. Вот поверь. Страшно? Ну дай мне послушать. Сейчас я тебе даю. На, включи, ты послушай. Чтоб ты понимал, я не выступил против команды. Вообще. Ну, я сейчас послушаю. Там против команды ничего нет. Я против команды не выступил. Сейчас. Так, включай. Алло. Включай, ну.
Чернавского. Хочу официально заявить, что Юрий Иванович Чернавский никакого отношения к ВПП не имеет. Он не является на сегодняшний день членом партии. Не имеет никаких полномочий. Активом партии не рассматривается как кандидат мэра города по Мариуполю. Да тебя въебут сейчас так, что ты просто забудешься, нахуй. Ты потеряешься здесь. Человек как утверждает Ковальчук, блядь. Ковальчук его утверждает, а ты пиздишь, что он никакого отношения не имеет. Украина не продает. Ебать, ты что творишь, блядь? Останавливай нахуй от звания везде, блядь, чтобы не дай бог это вылезти, блядь. Не торгуй. Быстрее! За мою принципиальную позицию. Охуеть, ты что, блядь, с ума сошел, блядь? А что я с ума сошел, Женя? Ну что я сошел? Ты понимаешь, я тебе еще раз объясняю. Женя, это... Я честно играю со всеми. Женя, какая честная? Это командная игра. Вот такие заявления делаются. Блядь. Ты хочешь сказать, что Ярошенко, блядь, член команды или что, блядь? А при чем здесь Ярошенко? А кто, блядь? При чем здесь Ярошенко? Я тебе еще раз говорю, прекращай нахуй, останови быстро, блядь. Звони, кто там, блядь? Кого ты сюда созывал, блядь? Новости Донбасса. Все, останавливайся, извините, я, блядь... Это была несогласованная программа, блядь. Вы шо, блядь, нахуй? Останавливай. Обзваню, я тебе останавливаю, чтобы это не вылезло, даже не пикнуло, блядь. Выложили в YouTube, нахуй, удаляй, блядь. Ты, блядь, Артур сидит на согласованиях, блядь. И вы творите, ты вообще не имеешь права фамилии никаких называть. Я тебе объясню. Артур сказал, Артур, Тернавский, блядь. Нет, я тебе еще раз объясняю. Не Тернавский для меня, блядь. Он для меня никто. Я тебе объясняю, это будет сейчас согласованный кандидат, блядь, в АП, блядь. Он будет, рано или поздно это произойдет, блядь. И что ты потом будешь делать? Ты скажешь, что ты идешь против него, блядь? Серый, останови, я тебе еще раз говорю, чтобы это нигде не вылезло, блядь. Пиздец, блядь. Смотри, у меня ситуация. Ты можешь мне помочь в таком деле? В Мариуполе сегодня не согласовано. Прошла пресс-конференция. Дал ее представитель нашей партии Нестеров. Мы можем убрать ее со средств массовой информации? Потому что она прошла без согласования, блядь, с центральным штабом. В Мариуполе. В штабе БПП. Смотри, меня интересуют средства массовой информации. Это новости Мариуполя и новости Донбасса. Это не газеты. Это что это? Это сайты. А, ты по телевидению, я понял. Все, я понял тебя. Хорошо, спасибо. Все, Саш, я тебя слышал. Сейчас я Гаркавенко наберу в АП. Все. Пусть мне Володя поможет. Сегодня Тернавский даст свою пресс-конференцию. Ты этого хотел? Зачем ты это делаешь? Зачем? Объясни, что ты топишь, блядь? Зачем ты возишь говно здесь? Нахуя вы меня выкидываете из команды? Тебе вчера было русским языком сказал, что я в 12 приеду сюда. И ты идешь вместе со мной, вместе, блядь, туда, нахуй, в этот бомонд, блядь. Чтоб тебя видели, блядь. Что ты в команде. Я тебе вчера это сказал. Что ты идешь и будешь сидеть в президиуме вместе с ним, блядь. Валера, я говорил это вчера? Говорил. Что такое сидеть в президиуме? А, ты считаешь это нихуя? Ты хоть одного, хорошо, веди, блядь, своих активистов, нахуй. Ты хоть одного поддержишь, блядь. Ты вытянешь хоть сам себя, вытянешь, блядь, выгребешь на. Вот объясни мне, вот просто, за что ты... Вот Решетняк пришел и четко сказал. Женя, я на два человека, у меня есть деньги, блядь. Вот я вдвоем, я полезу. Он полезет и, блядь, Бондаренко. А Глухова будет поддерживать Лубинец. Финансово там, блядь, или как там. Я говорю, мне похуй. Я говорю, молодцы, пацаны, ну я говорю, это будем согласовывать вот так, вот так, вот так, вот так. Вы пойдете, блядь, от дружественной силы, блядь. При поддержке, да, мы будем выделять, блядь, я поставлю того мажоритарщика, и плюс он будет себя тянуть и тянуть того человека, блядь. Того же Глухова, блядь. Потому что у нас не так много здесь людей. Серый, я не понимаю, зачем ты это делаешь, блядь. И сейчас ты пытаешься разосрать это все, блядь, ну просто я в ахуе, блядь. Я не разосрать, я хочу спасти себя, блядь, понимаешь? Потому что... Тебе похуй на команду, ты, блядь, вот хорошо, ты вылезешь. Что ты дальше будешь делать? Команде, хорошо, похуй, что на меня, блядь, ёб твою мать. Что ты? Я тебе сказал, я тебя звал сегодня с собой. Я тебя звал сегодня с собой. Встреча была в 9.
Встреча будет час дня. Ой, даже не час, а в 3:15, блядь. А я тебе сказал, что мы встретимся в 12, блядь. Я в 12, я сюда приехал. Ну я прежде чем заехал, мне, блядь, уже на подъезде, блядь. Мне звонки, нахуй, хуйки, блядь. Пошла шняга, блядь. О чем вы говорите? Я с ним ночью разговаривал, я говорю, Юрий Иванович, я приеду, блядь. Я говорю, Сергей Юрьевич. Я говорю, будет так, так, так. Потому что мы должны идти, блядь, нога в ногу. Мы одна команда, мы об этом разговаривали, блядь. И еще... Я тебе говорю, это ночью было. Я тебе сказал, что ты будешь со мной. Ты идешь вместе со мной к нему, блядь. Я, вон, Валера, тебе не даст. Я тебе сказал, ты будешь находиться рядом со мной, блядь, сидеть с 13-м президиумом. Я не буду президиумом, мне нахуй не нужен, блядь. Меня здесь нет. Там будет Смоликов, он и ты должен был сидеть. Ой, блядь, делайте, что хотите, блядь. Скажи мне цель. Давай не будем ругаться. Цель какая? Цель. Вчера вы меня открыто послали нахуй. Слушай. И все. Вот слушай. И цель. Ну я посланный нахуй. Не-не-не. Включи. Ты послушай. Слушай. Потом. Слушай. Я тебе, ты меня знаешь? Нет. Ты меня знаешь, я тебе говорю. Ты меня знаешь, блядь? Ну. Знаешь? Знаешь меня, сука? Тебе что, блядь, бабок мало? А у меня нет. Тебе пидорас, блядь. По-людски тебе говорил. Я тебе говорю по-людски. Бэтрудына! Всё, прекращай. Посмотри, что мы будем с этим делать. Как это выкручивать, блядь.